Каждый день московское метро перевозит около 10 миллионов человек, но в связи с участившимися несчастными случаями все более актуальным становится вопрос об обеспечении безопасности на транспорте. Профильные министерства и ведомства давно ведут работу с экспертами в сфере транспортной безопасности. Сейчас к сотрудничеству подключилась и общественная палата. В обеспечении общественной безопасности необходимо подходить комплексно ко всему этому вопросу. Самое главное – это привлечь к этой деятельности, в том числе общественные организации, правоохранительные направленности. И мы исходим из посыла, который озвучил президент в концепции обеспечения общественной безопасности. Этот документ подписан ровно год назад. На данный момент необходимо не только усовершенствование систем безопасности, но и создание единой системы передачи информации. Кроме того, необходимо пересмотреть стандарты пожарной безопасности и эвакуации, правила поведения и пребывания в метро. Наряду с этим предложили ввести уголовную ответственность для руководителей в случае необеспечения должного уровня безопасности. В рамках мероприятия обсуждались общие вопросы, касающиеся безопасности, организации безопасности, информирования граждан. И были намечены ряд рабочих уже мероприятий, которые будут уже проводиться контрольно и точечно по каждому отдельному направлению, также с элементами общественного контроля, который будет осуществлять Общественная палата Российской Федерации.